Так, всем привет, я убираюсь, у меня идет стирка, большая стирка, не успевают сохнуть, это надо поднять на чердак. Так, я сейчас убиралась в ванной, Назар особо так не дает. В общем-то, эту полочку я сюда поставила, муж тоже спрашивал, куда ты ее купила, я говорю, не знаю пока. В ванной нет полок. Видите, были полки, сняли. Вот это все менять надо, потому что уже все старое. И получается, что полок нет, нам неудобно. Теперь будем собирать на полки, копить. На праздники порастратили все. То, что на Захару я взяла для носков, видите, сюда на кондиционеры встали. В общем... Неудобно же отсюда тянуться, очень неудобно, поэтому нужны полки. Все несуразно, эта ручка здесь мешает, ванна вообще пиндюрошная, вон течет вода, задолбалась мыть. Потому что если я мою, то у меня сиськи, и все надо, потом мне надо мыться, это неудобно. Я уже думала о клининговой компании. Просто даже если клининговая компания будет... Я все равно буду задыхаться, мне надо будет уйти, потому что и туалет надо будет помыть, тоже уже грязный стал. То, что я там заливаю, этого мало. Вот. В общем, пока она встала сюда, это все неудобно, это все далеко. Дует прям. Шампуни. Уже все старое, потому что я ничем не пользуюсь. Классный бальзам вот этот, кстати. Обалденный. Вот это тоже хороший. Ну, вот этот мне не понравился шампунь, я уже говорила. Но я всегда беру что-то натуральное, потому что... И всегда должен быть Пантин. Я обожаю Пантин. И что-то от перхоти. Это либо Head & Shoulders, вот, либо Клеер. Но лекарственными я не могу пользоваться. У меня у самой лишай пошел, где грудь. Вот лекарственные. Не, потому что нельзя. Видите, кетоконазол. Я так понимаю, же грудь ребенок сосет. Нельзя мне. Сегодня Рождество, 7 января. Привезли конфеты родне. Тут верблюд ходил. Ой, какашки, фу. Сейчас Захар пошел с папой, а даст конфеты. Спрашивали, как выглядит Ставрополь. Вот Ставрополь. Новостройки. Вот. Людей много очень. Сейчас найдут, они не найдут. Я не могу пойти, потому что... Назарка. С Назаром, в общем, я осталась. У нас тоже Косоворов. Здесь у нас тоже племянница мужа купила. Со своим женихом купили они квартиру двухкомнатную. Ремонт делают. Не вижу я моих. Где они? Не вижу. Вон фотографирует, фоткает Захарку. О, что-то конфет нет. Это уже отдали, что ли?
шли. Ну, короче, вон там они были. Что это такое? Интересно. Интересно, что тут у них посажено. Верблюд. Ой. Ты думаешь? Пойдем на площадку. Там много. Там много таких. Молодец, милая девчонка. Ладно, я фу. Всем привет! Поздравляю всех с Рождеством! Желаю вам мира, добра, самое главное здоровья, благополучия, достатка. Вот, что у нас на часах? 20:30, и мы только-только завершаем готовку. Я сделала два салата, один крабовый, другой якобы лесная поляна. Сейчас курицу достали, сейчас свинина будет до конца. Папа, я, папа, посмотрите, вчера я мыла, нет, позавчера мыла голову Пантином новым, который три в одном, и шампунь, и бальзам. Волосы жирные. Жирные. То есть, сегодня второй день, и волосы быстро жирнятся. Ну, конечно, мне это не нравится. Настолько не нравится, что поэтому приходится прибегать к чистой линии шампуня. Потому что они до скрипа чистят. Но у них тоже есть серии, где тоже жирность дают. Видно, состав какой-то. Зубы болят. Мне надо к стоматологу. А мне же анестезию нельзя колоть, мне больно. Причем мне надо удалять зубы, зубы мудрости. Мне надо лечить, у меня отваливались зубы, эмаль зубов, и получается, я не могу есть. Вот помело ела, то есть ничего цитрусового есть не могу вообще. Квашеную капусту, ничего. Больно, конфеты. Воздух вдыхаешь, не могу. Честно, я даже не знала, что эмаль зубов может вот так вот выпадать, отколупываться. Думала, кариес, но я знала, что парадонтоз есть, зубы выпадают, но что от зубов, короче, гипоплазия, эмали, походу. Вот такие вот дела. Короче, готовимся к вставной челюсти. Так вот. Ну и где? А у меня этот режим энергосбережения. Что это у тебя? Свинина? Свинья. Господи, а с курицей это что опять? Она же уже была. А, я ты ее снизу? Я ее подогреваю. А ты что? Она сейчас подгорит. Это картошка. Yeah.
Сейчас будем А еще салата не хватает одного. Так. Вот лесной бальзам, хотела сказать. Лесная поляна, да? Салат такой. Налепила, короче. Ну, короче, так себе будет. Потому что, ну, он уже, видишь, обветрился, этот сыр. Потому что этот. Как сказать? Его надо было тереть, сыр. Эта футболка должна гореть. Ой, какой праздник живота. Так, как ее зовут? Представляете, мы только посмотрели Чебурашку. Первую часть мы только посмотрели, потому что с маленький ребенок нет времени. Ну, что такое? Куда спешишь? Куда бежишь? Вот. По чьему велению? Да? Угу. Но это... Но не досмотрели. Потому что... Детки прервали. О, выключилось все. Ну все, всем спокойной ночи. Всем пока-пока.